Тысячи израильтян вновь вышли на улицы Тель-Авива, Хайфа, Иерусалима и других городов, чтобы выразить свое недовольство в связи с намерениями правительства Бениамина Нетаньяху провести судебную реформу. Новая, 17-я по счету акция протеста состоялась за 2 дня до открытия парламентской сессии. На плакатах демонстрантов можно было в частности видеть надпись «История наблюдает за вами». Without democracy, we don't have a health system, we don't have justice, and the whole, our whole Zionist dream will fail. I'm here, and I will be here every week until the government falls. С неожиданным видеообращением к протестующим обратился испанский премьер и лидер так называемого социалистического интернационала Педро Санчес, который заверил, цитата, израильских друзей в солидарности в их борьбе за демократию. В ответ на это глава МИД еврейского государства Эли Коэн написал, что ни одна иностранная организация не будет решать за общественность Израиля.